Привет, братья революционеры. Это истинный следователь. Хочу рассказать вам продолжение истории. Я снял несколько роликов, что Теле2, Ростелеком. Ну, Теле2, Ростелеком принадлежит давным-давно. Что он меня обманывал, стащил около 300 рублей. Это все правда. Я не успел, было 300 рублей на счету, и быстро в течение дня потерял около 240, потому что они стали списывать по мегабайтам за интернет, следите за этим. Вот я не успел и улетело сразу за один день около 240 рублей. Потом я пошел в офис, как я рассказывал, там мне сказали, что нет, ничего не возвращают, потом позвонил по телефону. Там сказали в поддержке Ростелекома, сказали, что можно вернуть или на, ну, как бы от суммы крупной. Какой, я говорю, какой крупный, там больше 500 рублей, 100, они говорят, нет, не знаем, на самом деле как бы любую сумму могут вернуть в офисе. Мне этого не сказали, обманули, так что все, что я говорил, это и есть правда, да, они могут вернуть эти деньги, может быть, и вернут вам, но ведут они себя как варьё поганое, так что в основном я ни в чем не ошибся. Я написал бумажку, реквизиты банка, и они перевели оставшиеся около 60 рублей. Большинство людей этого не смогут сделать или запутаются, и деньги у вас будут ворованы. Вот так вот ситуация закончилась с Ростелекомом, этим Теле2. Не советую с ними договор заключать, а то все время будут такие конфликты, хотя у них за минуту и самая дешевая минута все-таки 90 копеек, а этот МТС, который я вот нашел 5 секунд, 5 копеек секунда, это около 3 рублей получается дороже. Ну все, всем пока.